Yes. Вы, наверное, скажете, что же у вас за праздники каждый день и каждый раз что-то новое декорация. Сегодня, 1 октября, это Октоберфест начался здесь. Отмечают его. Ну и что, что мы в Турции находимся, праздник немецкий. Он теперь распространился на весь мир. Всем весело. И праздник делаем мы себе сами, в душе в первую очередь. Я вижу огромный стакан пива. Играет везде немецкая музыка. Вау! Это яблоки глазированные. Здесь сколько сладостей. Холодным Аниматоры уже играют с детьми. Еще надо попасть. До аниматора потом. О! Упала. Ну, больше продержится на боке. Thank you.
Взяли национальную выпечку, разносят. Такая соленая, сладкая. Нашли здесь местечки прямо на пляже. Это называется брецель по-немецки. В каждой земле готовят по-разному, как я знаю его. Открытие фестиваля. Присутствует генеральный директор отеля. Только не разносят. Кто верит в себя, просит подойти туда. Нужно одним шотом выпить 1 литр пива. Могут участвовать и леди. Выбирать участников, кто будет нон-стопом пить пиво. Ой, закончилось пиво. You gotta finish all the glass. Okay. Are you ready? Yes, he is ready. Let's start. 1, 2, 3. Here we go. Oh, it's perfect. Oh my God. Oh yeah. Oh yeah.
normal, man. Okay, second player. What's your name? Josh, where are you from? Josh, from England. Okay, you know the rules. You ready? One, two, three, here we go. Josh is English, Pion. Wow, 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 wow. Oh, Josh, you made it. Oh, yeah, man. Cheers, cheers. Okay, oh my God. Yes. What's your name, sir? Voice, where are you from? From England. Oh, yeah. Еще один англичанин. Острые козырьки. One, two, three, let's go. Посерял на Netflix. For now he's a winner, yeah. Пол девятого вечера, это еще детское время, потому что маленькие вообще в колясках везде тут они. Плюс 25 градусов, мы идем на диско. Правда, крейзи вечеринка, крейзи отель, сумасшедший. Вот и день рождения отпраздновали, честь! Двадцать три часа, возвращаем. 22:54 как раз дойдем. А я еще не устала. Устал? В номер. А, понравилось? Да. А я еще не устала. Вон отплясался, натанцевался. Немножко, знаешь, уши оглохли. Да, да, очень шумно. Вот себя плохо слышишь. Это настолько большая территория, что можно кататься на транспорте. Взять его на прокат и кататься. Есть еще есть один бар, который открывается с 19 до 24, он работает. Взяли бутылки воды после дискотеки. Вернулись мы в номер. У меня 28244 шага. Вот сколько находили сегодня. Вперед, вперед, вперед. Еды мало, зато много движения. В общем, в этом отеле точно не потолстеешь. Плюс 25 градусов. На часах сколько времени? 23:53. И у меня сколько тысяч шагов? 31 тысяча. С хвостиком большим таким. Сколько мы сегодня прошли? Сколько мы сегодня двигались? Ну точно мы тройняшки, да? Да. Пойдем дальше тусить. Пошли. Плюс 34 градуса. Начало октября. Офигенная вечеринка. И здесь же диско. До 2 часов ночи.
спросите, почему дети не спят? Время, вот смотрите, 23:31, 11:30. Мы Владимирчика оставили с папой в номере, они оба устали, а мы идем на дискотеку. А здесь детей очень много. С нами Анька. А потому что в основном здесь все из Великобритании, а у нас, как я помню, разница во времени. А сегодня второй раз уже здесь была пенная вечеринка днем. Это на пляже, тут охранники стоят. Закрытая вечеринка. Наконец-то к морю пройдем. Кстати, все напитки, даже соки, кока-кола, фанта, все платное, и вода. Кто устал, тот можете поспать. Напоминают вайбы Ибицы. А мы идем слушать море. Мы тут на пляже начали подтанцовывать, такая музыка зажигающая. Мы тут не единственные. Я думаю, что наедине. Оп, и смотрю, фонарики, свет. А это охранник все смотрит. Находится зиплайн. Здесь можно пролететь от одной горки до другой через всю территорию. Насколько ли это страшно? Сейчас посмотрим. Ой, сам себя снимает. Вот смотрите, куда он долетит. Там, где мы были на пенной вечеринке. Сегодня снова пришли на диско. Видите, никто не танцует. Сегодня просто ветерочек. В баре никого нет. Нехилый ветерочек такой у нас бывает. 28 градусов. 23 часа, 20 минут. А я сегодня так оделся. А никто не тусит. Опять мы на дискотеке, мы каждый день ходим на диско. Сегодня ветер сильный, но он так сдувает пальмы. Если вам музыка надоела, я могу вам показать и море. Вот оно где-то там, но очень шумно. И здесь сменил репертуар, и бабушки потянули танцевать. Турецкая дискотека. Английские песни не зашли, а сейчас очень вкусно в отеле.
Тату бьют даже вот здесь, в отеле. Их по записи приглашали. И пирсинг еще делают. Мы идем на вечернее шоу. Пришли на дискотеку. Через 9 минут начнется. Папа тоже с нами. Решил посмотреть, что это вообще такое. Но он вообще не любитель этого. Не понимает. Куда же это мы 3 ночи подряд ходим? Что же мы здесь делаем? Потом мы только видео потом присылаем. Что здесь, танцы? Это...